Практическая реализация задач, поставленных президентом страны. В ОТРАО при содействии региональной палаты предпринимателей подписан договор с монополистом об отмене 100% предоплаты за электроэнергию для субъектов малого и среднего бизнеса. Все действующие договоры с предпринимателями будут изменены. Как отмечают сами бизнесмены, это была одна из главных проблем в плане дополнительной финансовой нагрузки. В некоторых случаях бизнесменам приходилось брать кредиты для выплат за электричество. А после проведенного анализа выяснилось, что норма не соответствует закону. Послушав послание президента, было четко сказано, что необходимо повышать долю малого и среднего бизнеса и сокращать административные препоны, барьеры для развития предпринимательства. И в этом направлении мы проделываем огромную работу. И сегодняшнее наше, скажем так, достижение тому подтверждение.